Продолжаем выпуск. В Приднестровье приехали долгожданные троллейбусы. Напомним, 4 новые машины предоставляет Российская Федерация в рамках социально-гуманитарной помощи по линии ОНО «Евразийская интеграция». Собирались они на заводе «Трансальфа» в Вологде, где в течение 10 дней проходили стажировку 5 специалистов троллейбусных управлений Тирасполя и Бендер. Приднестровцы приняли участие в сборке и прошли курс обучения по эксплуатации и обслуживанию современных машин. Для новых троллейбусов разработан особый дизайн, но все подробности смотрите сегодня в вечернем выпуске новостей в 20:30.